Всем привет! С вами видеооператор Кононова Аня и ее дочка Шишкина Екатерина. И сегодня мы с вами хотим представить новую коллекцию, новинки действующего каталога компании Faperlic. Ну, во-первых, что на нас представлено? Катюш, подойди поближе. Это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для женщины, для девочки. Артикул 198-313, цвет коралловый, размер мы заказали 164 и состав 100% хлопок. Катюш, ну что скажешь? Она стильная, модная, молодежная. Цвет достаточно яркий, красивый. Принт тоже достаточно модный, сейчас очень... Большую популярность набирают азиатские бренды, это как раз один из них. Также в ней достаточно свободное телодвижение, и она достаточно мягкая. Ну, это 100% хлопок. На рукаве присутствует такой красивый разрез с бантиком, который не развязывается. Не развязывается, да? С обеих сторон, да? То есть здесь вот такая кругленькая штучка. А это просто цельная, цельный кусок ткани, так скажем. Ну, классно, конечно, классно, да. Прикольная вещица, да, Катюш? Тебе нравится? Очень. Очень нравится. Мы уже и бирку сняли. Следующее, это у нас юбка для женщины, цвет коралловый. Симпатичная, классная. Хочется сказать, что, Катюш, пройдись туда немножко подальше. Да, размер 44, верх у нас 100% полиэстер, а подкладка 100% полиэстер. Так, артикул 198-274, модель 058W3302. Вот такая вот юбочка шикарная, вот такая вот юбочка симпатичная, есть подклад, как вы видите. Катя, подклад тянется? Подклад, да. Да, и сама подклад, юбочка, и подклад. Юбка. Пояс у юбки, вот он не тянется. Он не тянется вообще нисколько. Да, и поэтому вот как бы тут сложновато, да? Ну, он на талии находится, на нее достаточно легко надевается. Угу. То есть в бедрах, если нужно, то юбка растянется и будет сужать бедра. А на талии-то легко наденется. Хорошо. То есть здесь молния достаточно протяженная идет. Пластмассовая, вот, да? Вот до сюда. Ну, она скрытая получается. Да, и она достаточно легко надевается. То есть никаких проблем с этим не будет. Так, хорошо. И сейчас на Катерине. И сейчас на Катерине у нас такие вот босоножечки. Они идут цвет белый, размер 36, артикул 884-292. Так, значит, состав у них идет вверх. Состав у них идет вверх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа и подошва резина. Кать, ну как они тебе по комфорту? Я знаю, что каблуки ты не любишь. Как ты относишься к платформе? Ну, на платформе достаточно удобно. То есть вся стопа поддерживается и достаточно, да, удобно. А как они тебе на вид? Они достаточно лаконичные и красиво смотрятся. И подойдут вообще с любой вещью. Да, и с джинсами, и с юбочкой подойдут. Это, конечно, да. Это, конечно, факт. Ну, давай ты пройдешься сейчас туда, до коридора, посмотрим. Да, вот так вот юбочка смотрится. Ну, понятно, что ее не с этой футболкой. Образы мы не подбираем. Но юбка с босоножками смотрится просто здорово. Сейчас на нас блузка с укороченным рукавом для женщины. Цвет светло-голубой. Размер 44, 100% хлопок. Артикул 198-201, в комплекте входила вот такая вот пуговка, да, то есть вот на нее аннотация. Что могу сказать, мы эту кофту отправляем на возврат, непонятным образом, она на нас села как-то вот очень интересно, я не могу понять, как мы ее будем носить. Катюш, подними волосы и вот прям... Покрутись, повертись, да, то есть, видите, сзади на спине собирается.
Вот, и повернись задом сейчас. Посмотрите, сзади на спине собирается, все как-то очень странно сидит, поэтому мы ее так и не погладили, ничего, Катюш, встань боком. Как-то вот непонятная моделька, непонятно, как носить, к сожалению, нам ее, и возвращаем. Так, сейчас перед нами вот такая вот красота. Это платье с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, размер 44, состав 100% полиэстер верх и подкладка 100% хлопок. Платье просто симпатичное, просто суперское, просто невероятное. Как оно хорошо смотрится. Оно идет чуть ниже колена подкладка. Катюш, покажи немножко подклад, и скорее всего он не тянется, да? Подклад-то чуть-чуть, очень мало. Очень мало, да? Ну, просто великолепно. Катюш, ну-ка, отойди еще немножко туда, назад сходи. Просто суперски, посмотрите. Просто классно. Мне очень понравилось, как платьишко на Кате сидит. Особенно в комплекте с босоножками. Вообще суперски. Вообще, вот... так приталивает, делает фигурку женственной, аккуратной, симпатичной. Ну, просто никаких нареканий к вещи нету. Катюш, подойди поближе, будем рассматривать тебя. Вот, смотрите. Значит, на талии у нас что-то типа атласной какой-то ленточки. Такая она блестящая. Ну, понятно, что мы еще ее не гладили. Ткань первая, которая идет 100% полиэстер, она такая вот. Да, как вы видите, полностью просвечивает, полностью рисуночек такой, как типа какого-то кружева, да, симпатичного. Сзади, Катюш, давай посмотрим сзади. Пояс у нас идет, вот, значит, до копчика, до самого, да, чуть даже ниже. Вот, и вот, как вы видите, он идет потайной. И тут идет что-то типа пуговки. Сама вот эта вот висюлька маленькая, беленькая, тоже железная, бегуночек, да, от этого. Ну, вообще красотища, конечно, да. Красотища. На талии села просто великолепно. Мне нравится, очень нравится. Это платьишко мы точно-точно оставляем. Я думаю, что оно понравится много кому. И, Кать, подклад снизу под платьем... Не этот подклад, а вверху, который, да, он идет что-то типа маечки. Угу. Да, он идет что-то типа маечки. Он не смежный. Да, не смежный, он отделяется. То есть это кружево не выбито на нем, а идет ткань два слоя. Красота. Сейчас на нас шорты, а модель NW080, размер S. Цвет голубой принт, состав 100% вискоза. Ну, что про них хочется сказать. Они идут без кармашков, легкие, удобные. Смотрите, какая толстая резиночка у них идет. Катюш, подойди чуть-чуть поближе. Да, полуприлегающий силуэт. Специально футболочку заправили, чтобы вы могли видеть, как сидит ремешок. Катюш, давай посмотрим вместе. Да, то есть очень он такой удобный, очень эластичный. Тут его нету, да. Давай мы с тобой повернемся. И вот, и тут вот сзади, да, видите, как бы нет. Он просто великолепно смотрится. Вообще свободно, вообще классно. И нам очень-очень понравилось. И расцветка такая домашняя, прикольная. И сам он очень комфортный. И носить легко и просто ее. Сейчас на нас брюки трикотажные, модели HW082, размер M, цвет голубой принт, состав 100% вискоза. Нам они оказались немножко велики, но в принципе, да, сейчас мы вам покажем. Вот так у нас получилось, длинны и велики в талии. Если их одевать, то они будут спадать с нас. Да, то есть вот, эмочка, это не наша. В конце видео я вам предоставлю наши координаты. Наши, то есть размеры, да, полностью в сантиметрах, талия, попа, грудь, да, и вы уже посмотрите, какие для себя закажете, не закажете, но штаны велики прямо очень. Катюш, встань боком. Кстати, вот еще на нас кроссовочки, мы их перезаказали и решили прямо сразу вам показать. От кроссовок мы, конечно, без ума.
Это просто великолепная вещь. Это просто классная вещь. Модель CCW009. Значит, артикул 884 266. Вот у них идет артикул. Так, артикул сказала. Состав. Верх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва резина. Стильные, классные, вот, не особо практичные, но очень нам понравились. Не практичные из-за цвета, я имела в виду. Да, просто вот прям сказка, красота. Я довольна. Я и себе такие же 38 размера оставила. И Катюшка будет с удовольствием носить. Кать, как ноге? Удобно, неудобно? Удобно. Удобно, да, хорошо. Ну вот со штанами не угадали. Штаны, конечно, сильно велики и вообще на возврат. Так, сейчас на нас тоже идут брюки трикотажные, модель HW083, размер эмочка, цвет розовый принт. Смотрится тоже классно, тоже великолепно, но, как вы видите, длина нас тоже не устраивает, и они, как вы видите, идут на бедрах. Если Катерина их натянет на талию, то на талии они будут очень сильно велики, они очень сильно свободны ей. Вот, поэтому, конечно, они идут на возврат. Если удастся заказать размером меньше, то мы от них в восторге. Если будет размер, с удовольствием закажем на размер меньше. Сейчас на нас шорты. Артикул 800-353. Модель HW081. Размерчик эмочка, цвет розовый принт. По попе сели хорошо, все замечательно. Катюш, забыла тебя спросить, оставляем или нет? Оставляем. Оставляем, да, будешь носить. В общем, шортики нам нормально, а штаны, ну уж очень велики они нам. Хотя Катерина их ждала и каждый день приходила и спрашивала: мам, когда, мам, когда, пришли ли? И вот такие штаны пришли, что кошмар, очень сильно, сантиметров бы 10 их убавить, да, и в талии бы сантиметра 2 бы убавить. И тогда в них было бы удобно и ходить по дому, и спать. Ну что ж, перейдем к домашней одежде. Сейчас на нас ночная сорочка, модель NHW085, размер L, розовый принт, состав 100% вискоза. Могу сказать, что она мне понравилась, как сидит на Катюшке, придает ей нежный такой ласковый женственный образ, и я считаю, что это можно даже как домашний халатик поносить, очень даже симпатично, очень даже классно, и, Катюш, подойди поближе, покажи, как регулируется пояс. Ну, значит, на талии он уже вшит, то есть главное его не потерять. То есть он расслабляется усилиями рук и затягивается. Сколько нужно, да? Ну да. Великолепно. Ну что ж, сейчас на нас очень даже удачная покупка. Почему удачная? Потому что очень понравилась и мне, Екатерине. Это куртка для женщины, цвет темно-синий, размер 44, состав верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер. Это идет куртка для женщины с артикулом 198075, модель 058W1101. Вот такая вот интересная вещица. Как вы видите, морской принт везде, драконы, рыбки. Так, Катюш, покажи карманы. Так, карманы неглубокие, в них ладошка буквально входит. Телефон не войдет. Давай проверим. Вот если мы его кладем, входит достаточно входит, свободно. Входит, да, карманы и застегиваются. Закрыть. Дай посмотрим бегунки с тобой, красивые, некрасивые. Ага, такие вот обычные бегуночки. Молния пластмассовая, но золотистая идет. Так, тут у нас что? Это просто принт, да? Угу. Ага, отлично. Так, регулируется талия или бедра, я не поняла. Она тебе, по-моему, велика. Скорее всего, регулируется бедра. Должна это талия, наверное. Так, хорошо. На рукава резинки, да? Рукава, рукава резиночки. Отлично все.
А подклад еще, Катюш, не посмотрели. Подклад полиэстер. Он такая вот сеточка идет, просвечивающая, как вы видите. Подклад пшит хорошо. Вот это не с изделия. И такая вот сеточка. То есть курточка очень тонкая. На минус понятно, что она тут 100% не подойдет. Да, и вот такие вот регуляторы. Да, то есть вот тут вот с колпачком конец изделия, да, можно ее приталивать. Можно вот приталивать. И здесь, в принципе, это что? А, это ты телефон так и не достала. Угу. Да, то есть, ну, вот такая вот куртюшка. А, Катюш, застегнись. По-хорошему застегнись, мы на тебя хотим посмотреть в застегнутом виде, как оно сидит на талии. Угу. По попе, вот как вы видите, в обтяжку идет. Кать, у тебя замок загнулся, его надо выпрямить просто, чтобы он застегнулся дальше. Так. Угу. Отойди немножко подальше. Ой, Кать, ты как будто без штанов. Надо было в других мерить. Да, ну в принципе, да, нормально. Нормально. Ты оставляешь ее, ты будешь ее носить, да? Нравится тебе. А еще регулируется ширина рукава. Нет. Нет, а ширина капюшона? Да, регулируется. Подойди поближе еще, как капюшон закрывается. То есть можно в сильный ветер, застегнуться, упаковаться. Антизакуса нет на замочке? Нет. Ага, ну все. Ну зачем взрослым антизакус, конечно. Ну да, стильненько. Сейчас еще красненькую покажем. Так, ну и сейчас на нас куртка для женщины, цвет коралловый, размер 44, 100% полиэстер верх, 100% полиэстер подкладка, а точно такая же, как синяя, артикул 198-066, модель 058W1101. Да, очень интересная курточка, в принципе, нам понравились обе, Катя не знает, которую выбрать, поэтому, кто смотрит наше видео, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая курточка Катерине лучше, все-таки синяя или красная. Я, если честно, склоняюсь к красной. Вот, и мы сейчас думаем оставить, может быть, обе для себя, чтобы Катерина под настроение одевала то одну, то другую. Обе стильные, обе прикольные, обе хорошо на ней смотрятся. Образ приняла, да? Так, сейчас на Катерине плащ женский, артикул 78-241, материал Эва, размер SM, назначение одежда, ну, это, грубо говоря, дождевик. Такой вот прикольный дождевик, зонтик. Так, оно закрывается, Катюш, подходи к нам, оно закрывается на заклепочках, да, то есть такие вот пластмассовые пуговки. А, не пуговки, а как они называются? Заклепочки. Да, заклепочки. Он идет с капюшоном, рукава, все по длине. Очень интересно, так шебаршит, шуршит, как даже правильно сказать. И такой козырек еще. Ну, это чтоб не потекли наши реснички, вдруг мы пользуемся неводостойкой тушью. Ну да, конечно, прикольно, очаровательно. Ну и зонтик, конечно, тоже очень-очень интересный. На самом деле классный. Катюш, примеряй. Значит, зонтик, что могу сказать про него? Артикул 600-216, он очень глубокий. Называется зонт «Вояж». Материал ткань с водоотталкивающим покрытием, железо и пластик. Назначение аксессуар. Размеры, к сожалению, не указаны. Вот, он идет как зонт-трость. Как вы видите, он большой такой, не маленький. Катюш, как тебе зонтик? Он шикарный. Шикарный, очень, да? Красивый. Понравился тебе, да? Ну да, то ну, есть он, ага, не такой обычной формы. Он... Ну, мне тоже он, к сожалению, очень понравился. И мы заказали его. Да, мы заказали два. И вот если мы куда-нибудь пойдем под дождем, вот-вот смешно, что у нас два одинаковых. Еще был розовый зонтик, но который менял свое
как даже сказать, который менял там, да, все цвета. Как-то я не захотела розовый зонт, а вот этот зонт, он, в принципе, подойдет ко всему. Да, тут еще есть застежка. Ну, обычный такой механический полностью зонтик. Вот, механический такой, ткань такая. Вот если пошебуршать, да, пошуршать на камеру, да. Такая как бы клееночка, не... Знаете, бывают тканевые зонты или баллоневые. Это обычная клееночка. Вот не знаю, насколько его хватит, но он клевый, он стильный, он шикарный. Да, и вместе с дождевиком будет смотреться здорово. Я почему-то не смогла его открыть. Не смогла открыть? Нажимай и отпускай, когда отпускаешь. Отпускай, да, все. Вот, то есть... Ну что ж, всем спасибо за внимание. Это все, что мы вам хотели показать. Это все, что мы заказали Екатерине. Возврат у нас маленький. Да, то есть нам не подошло двое штанов. И нам не подошла блузка голубая. Все остальное Екатерина просто охала-ахала. И я думаю, что надо было прям снимать ее вздохи и ахи, которые были за кадром. Потому что на камеру Катька почему-то у нас стесняется. Зато за кадром она... Как это стильно, как это современно. Ура, анимешки. Мам, я буду носить, закажи мне две. И вот, знаете, вот эти все возгласы, ну, конечно же, на камеру она более скромнее. И сейчас я покажу вам параметры Катерины. Параметры Катерины, вот они такие. Вот они такие. Давай концентрируйся. Да, то есть грудь 88, талия 73, бедра, где бедра 87, самая выступающая точка бедер 99, стопа длина 24 сантиметра и вокруг подъем, да, то есть 20 сантиметров. Вот, кроссовки нам абсолютно как раз, очень-очень понравились. Будем носить с удовольствием их. Синяя Катя не захотела. Ей не нравится оттенок синих кроссовок. Я от них без ума. Вот. Красные мы решили, что нам не с чем носить. Зря отправили на возврат. Нам теперь есть с чем носить. У нас есть ветровка. Вот. Ну что ж. Спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на нас. Если мы были вам полезны, будем рады снимать вам дальше обзоры продукции Faberlic.